Ну, идите. Что предпочтете? Бычьи хвосты или утку? Эти все с одной кучи начали есть. Киара. Киара, иди сюда. Мэйзекин такая, пау, пошла я, везде проверю. Три свободные кучки. Киара, иди сюда, малышка. Мэйзекин, привет. Не голодная. Видишь? Ну, что вы будете сначала? Киара. Старшие предпочли утку. Не так часто ее даем. Так, Хабиби тоже утку нашла. Сейчас Зевс начнет. Вы что с одной кучей у вас каждого есть? У каждого по утке, у каждого хвосты бычьи. Чего вы? Мэзикин тоже утку. Угу. Она, в принципе, курицу предпочитает. А утка так вообще деликатес. Чего ж мы ее с яблоками-то не сделали, из чернослива? Киара! Киара, выходи! Иди сюда, моя девочка. Вон, Зевс пошел наконец-то на свое место. Киара, выходи. Так она не голодная, как всегда. Она уже свое выросла. Мэй, скажи, как вкусная утка. Утка такая вкусная, да. Утка вкусная, конечно, да, да. Очень. А что вы здесь попились, товарищи? Товарищи медведи проверяют. Ой, вкусная, скажи, уточка какая. Толстая, жирная. Да, вкусно, вкусно. Смачно, смачно. Ой, скажи спасибо за такие гостинцы, которые нам привезли. Да, скажи спасибо. Спасибо. Да. Вот такие гостинцы привезли, да? Да. Так, не с той стороны я снимаю, мне кажется, с этой лучше видно. Да. Да. Кушай, кушай. Кушай, кушай. Чё ты отвлекаешься? Тоже не голодная, да? Ты не голодная? Не голодная. По уткам. Угу. Не, хвост. Зевс съест хвост. Киара вообще не ест. Все такая. Нам даже выходить к тебе с кем-нибудь.